Он повредил мне систему телепортации. Ну, я тебя так изродую. А ты жди здесь. Для тебя будет подарок. Ну, здравствуйте. О нет, это Эннард. Я не хочу быть в этом костюме. Он меня убьет. Прости меня. А теперь настало время доказать твою преданность. Убей ее! Чего же ты ждешь? Убей ее! Докажи свою преданность, или я сам убью ее, а затем и тебя тоже! Прости меня, дочь, за все. Прости, что вообще все так вышло. У меня не было другого выбора. Прости, но я должна это сделать. Ну что ж, ты сделала свой выбор. Прости меня, дочь. Мне так жаль. Я не хотела, чтобы все так получилось. Прости, я люблю тебя. Нет, ты за это заплатишь. Мои друзья найдут тебя и уничтожат. Ты чудовище. Может быть, но ты об этом уже не узнаешь. Фокси, что тут произошло? Мы слышали какие-то крики и какой-то взрыв. И куда подевалась Бэйби? Я, если честно, толком и не понял, что произошло. Все случилось так быстро. Мы занимались своими делами. Затем неожиданно появился, как я понял, тот самый Эннард. И использовал какую-то магию, и нас всех вырубило. И когда мы очнулись, Бэйби уже не было. Скорее всего, он ее забрал. Прости, мы ничего не смогли сделать. Вы ни в чем не виноваты. Нам просто не следовало разделяться. Нам надо было быть тут всем вместе. И, возможно, этого бы не случилось. Никто этого не ожидал. Ладно, теперь что об этом говорить? Надо спасать Бэйби любой ценой.
а у вас что произошло? И что случилось с Бонни? Не знаю. Мы осматривали разные комнаты. Потом я услышала крик. Прибежала к нему, а он сидел в углу и говорил что-то несвязное. Что он не виноват, что не хотел этого и что-то в этом роде. Странно. Я попробую проверить, что с ним. Все понятно. Это вирус, который захватывает его костюм и сводит его с ума. Этот вирус той Бонни, но точнее не той Бонни, а просто его отголоски. А ты можешь ему помочь? На данный момент нет. Это все костюм. И чтобы вылечить Бонни, надо найти ему новый костюм. Либо он так и останется таким. Бэйби, с тобой все в порядке? Нет, не все в порядке. Это чудовище убило мою мать и чуть не убило меня. Он повредил мне систему телепорта, но не полностью. Мне удалось в последний момент телепортироваться, но теперь телепортация работает нестабильно, и меня может телепортировать в любой момент, и неизвестно куда. Очень жаль твою маму. Не могу представить, каково тебе. Но что нам теперь делать и как выбраться отсюда? Ведь Эннерт знает, где мы находимся, и в любой момент может прийти сюда. Еще Бонни захватывает вирус, и ему срочно нужен новый костюм. Нужно выбираться на поверхность, но телепортировать я вас не смогу. Но есть один выход отсюда – заброшенный лифт. Только так мы сможем выбраться, и, надеюсь, Эннерт не знает о нем.